Здесь все самое интересное. На выставке «Софит Экспо» участники представляют предметы интерьера, отделочные материалы, инженерное оборудование и новейшие разработки в сфере энергетики. Например, вот такой настенный котлоагрегатор. Он не требует большой территории и позволяет одновременно отапливать помещение и нагревать холодную воду. Есть очень интересные разработки, которые представлены. Это и теплоносители, обогреватели, строительные технологии, которые используются в производстве. Любой потребитель может найти себе все, что здесь для него интересно. Выбор для потребителя огромный. Ведь участниками объединенной экспозиции стали более 50 компаний из 7 регионов страны. Форум помогает найти новых партнеров из числа строительных организаций, представителей оптово-розничной торговли и архитектуры. Будут в плюсе все граждане, то есть будет экономия за счет затрат на электричество, если будет применяться технологии на отопление. Поэтому всегда такие выставки очень большое значение имеют. В течение 3 дней на площадке форумов пройдут конференции, семинары, круглые столы и открытые дискуссии. Обсудят охрану труда, участие в долевом строительстве, итоги отопительного сезона и повышение энергоэффективности. Информационными партнерами выставок стали телеканал «Саратов-24» и радиостанция «Наше радио Саратов», которая вещает на частоте 91,5 FM. Оба ресурса входят в крупнейший медиахолдинг Саратовской области «Кит Медиахолдинг». Нина Цапайкина, Максим Пустовалов, «Саратов-24».